Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Иногда носители этого имени способны к довольно жестоким поступкам. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Буква «Ю» в этом имени дает гибкость мышления. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Обладают способностью к самопожертвованию, но одновременно могут жестоко поступить, оправдывая себя высшими соображениями. Владельцы этого имени рождены по числам 5 и управляются Меркурием. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна, и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Носитель этого имени будет обладателем бурного взрывного темперамента, с которым он явился на свет и который будет укрощать всю жизнь, пытаясь обрести внутреннее спокойствие. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Эти люди производят впечатление нетерпеливых и очень подвижных сущностей. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.